Всем привет, снова с вами Басон, и мы продолжим прохождение игры Overlord Rise of Hell. Так, одну палочку для механизма мы нашли, пойдем искать вторую. Сопровождение, охрана. Чтобы повернуть его, потребуется 12 прихвостней. Ну, у нас как раз есть столько. Ну все, пошли в гости дальше. Мы нашли их гнездо, господин. Осторожнее, не вспугните их всех сразу. А то они сварят вашу свиту в котле быстрее, чем вы скажете «бульон». Ничего страшного. Мы их так засветим.
двигается. Продолжим шествие. Вот и пища. Прикажите свите перенести ее, господин. Вы нашли ее. Кутеж спасен. Благодарю вас, милорд. Если вы положите еду рядом со мной, мы сможем отнести ее в кутеж. Эта еда может сильно увеличить ваш запас жизненных сил, повелитель. Можете оставить все им. Просто подойдите к платформе и позвольте прихвостням положить на нее еду. Но если вы сегодня злой, то почему бы не оставить ее себе? Тогда придется избавиться от свидетелей. Великодушный поступок. Надеюсь, кутеж вас отблагодарит. Сейчас пройдемся по гостинице. Теперь просто нам чесать в обратном направлении.
Опять полурослики, откуда они берутся? Так-так-так. Кажется, герой полуросликов Мелвин не просто вырос, но и перерос. Жаль, что в музыке он не разбирается так же, как в еде. Точно. Кажется, Мелвин мчится изо всех сил, то есть перекатывается. Ваши прихвостни зачарованы. Есть в этом какая-то пугающая красота. Наверное, мы останемся здесь. Будем наслаждаться мелодией. О, мои ноги, повелитель! Я не могу остановиться! Я танцую! Танцую! Скорее сделайте же что-нибудь! Как жаль, что великий уходит из жизни так рано. Ой, его музыка будет жить в наших сердцах. Вы не сможете догнать этого толстячка, пока не почините колесо, господин.
восполнили свои силы. Пойдем прогуляемся. Повелитель, вы не огнеупорный. Вам потребуется помощь красных. Только их кожа может противостоять пламени.